Замусорили, пошли дальше. Покажи нам сапог спеши. А? Любите садыч? Кушай, да. Привет, друзья! Ну что ж, обещанный хау, Коска-хау. Костя вот только что приехал, мы все это разложили на столе. На самом деле выглядит не очень много. Ну, по крайней мере, мне так кажется, да. Вот, но было потрачено $300. Давайте мы, как всегда, начнем с ресита. Вот смайли фейс, всегда рисуют, если детки дают им, когда вы выходите из магазина, то вы должны показать этот чек такому работнику, который проверяет, что типа вы лишнего ничего не набрали. И если детки подают им этот ресит, то они ставят смайлик или какой-то что-то рисуют, картиночку. Вот, вы сможете потом посмотреть, тут кое-что были скидки, поэтому есть какие-то минусы, которые вы увидите, это скидки, которые были от той цены, на которую пробито. Например, если вот есть $11.97, минус $2 была скидка, да, и так далее. Вот, $301.80, тут уже с таксами, $310.78. Вот, так что это наш счет. Давайте посмотрим, что мы набрали. Итак, хлеб. Масло. Сейчас что-то у них, они завезли вот такое масло. Раньше у них была другая фирма. Честно вам сказать, мы смотрели ингредиенты. Там нормальные ингредиенты, все, ничего лишнего. Вот я вам сейчас покажу. Ingredients. Вот, крем. Contain milk. Да, то есть все, больше это все ингредиенты. Но у него какой-то почему-то вкус такой, не совсем масляный. Такой больше, я бы сказала, маргаринный. Ну, не совсем, конечно, но окей. Мы берем не соленое масло, мы не любим. Две упаковочки сметаны, йогурты, две упаковки яиц. По 30 штук, то есть 60 штук. У нас яйца расходятся очень хорошо, дети кушают, поэтому мы берем много. Beer Pal мы любим, и дошки в школу. Вот, вот это вот браунисы, маленькие такие браунисы, мы очень их любим, конечно, это такая, брать это, конечно, себе вредить, но мы так берем и прячем от детей, в тех прях кушаем себе по чуть-чуть, очень вкусная вещь. Вот, они сколько стоят, где цена, обычная цена, они что-то в районе $8, по-моему, стоят, может, я ошибаюсь. Вот кешью орешки килограмм, Костя очень любит пайнэппл замороженный, вот. И теперь мясо. Вот эта упаковочка пуляшечек таких куриных, четвертушек. Значит, эта упаковка зависела $16.98. А видите, килограмм $5.99.
А вес здесь 2,834, почти 3 килограмма. Это, в принципе, недорого. Дальше мы взяли грудки. Вот. Вот эта упаковка на $28. Плюс Костя сказал, что там была скидка. Вы сможете потом в ресите проверить. Килограмм получается 13,49. Это недешево. И здесь 2 килограмма. 100 грамм. Дальше сегодня мы будем делать барбекю. Это очень вкусные сосиски. То есть, да, это фарш набитый в виде сосисок. Вот это на $11.97. 7,99 килограмм стоит. Видите, здесь кило, почти кило 500. Так, дальше. Здесь фарш. Это у нас фарш какой? Свиной фарш. Вот эта упаковка на $13. Килограмм получается 4,89. Это очень хороший фарш, очень качественное мясо. Здесь 2,600. Я просто так стала рассказывать, потому что люди мне говорят, и на сколько там мяса было, а сколько это, потому что многие любят сравнивать, как у них, как у нас. И вот я вам поэтому подробно рассказываю, потому что вот так, если сразу показать, убрать, непонятно. Это говяжий фарш, $22.97 стоила вот эта упаковка, которая содержит в себе, видите, 2,875 грамм. 2,875, то есть 2, почти 3 килограмма, и 7,99 за килограмм. Это хорошая цена, это очень хороший сорт. Ну, не сорт, как бы качественное мясо. Так, дальше. Это мясо. Видите, такая вот длинная вырезка свиная. Называется луан. Как бы от кости, который вот этот отрезок. На этот весь кусок на $22, получается килограмм за 5,99, считайте $6, и здесь 3,700 килограмма в этом куске, огромный кусок. Вот мы, я его сразу вот так вот рублю, замораживаю. В принципе, я разочаровалась в нем для тушения, я его не тушу, потому что мне не нравится немножко как-то запах, мне не нравится, как оно на второй день, поэтому я его в основном, что я с ним делаю, либо я его вот так вот режу на такие стейки, мы их можем делать либо барбекю, либо на сковороде, либо я просто, например, вот такие куски разрезаю на 3 вот таких куска, да, например, этот кусок вот делю на 3 части. И делаю просто пастраму домашнюю. То есть я просто беру его сверху в этих всех приправах. У меня есть кег. Я потом вам покажу тоже из Коска. Вот, я так его все в этом обкатываю. И в духовку на 1,5 часа. На 1,5-2 часа. Все, и потом оно остывает. Можно нарезать как пастраму. Дальше Костя купил пастрамку такую. Вот это фирма Pillars, вы знаете. Smokeless Forest Ham. Вот такая вот на бутерброды. Это тоже пастрамочка такая. Так, вот это по мясу я вам рассказала. Это я вам сказала, показала. Дальше, а вот здесь еще тоже вот Pillars, тоже фирмы. Сосиски, сардельки. Я не знаю всегда, как различить. Мне тонкие-тонкие. Наверное, сардели это все-таки толстые. Они подкопченые, свиные. По-моему, если я не ошибаюсь, вот глютен-фри.
Так, где здесь ingredients можно посмотреть? А, нет, вот видите, здесь и порк, и биф. Вот, можете посмотреть. Содиум есть. Вот. Так, дальше. Это микс такой овощной. Принц Эдвард. С Принца Эдварда канадское. Канадское производство. Здесь 3 килограмма. Вот такой микс. То есть я, конечно, и сама морожу, но вот Костя мне купил такой. Они бывают им каждый раз разные. Ну, вот это такой в супы. В стир-фрай, просто сделать в духовочке, просто вот как-то к чему-то, как гарнир, либо добавить к чему-то, к чему-то. Вот, это тоже на тот же гриль для сэндвичей. Вот такой вот сыр. Чеддер. 48 штук. Считайте килограмм. Я не помню. Костя, сколько он, получается, стоил этот сыр? Ну, который для сэндвичей. $6. Ты мне же говорил, сколько он стоил. Ну, неважно, потом уже можно будет перепроверить. Чаддер, посмотрите, оно сейчас быстро... Вот, вот это мы его взяли сейчас на бутерброды. Он долго может лежать достаточно на двери холодильника. И себе вот такой пластик раскрываете. Они, кстати, упакованы, каждый отдельный упакованный пластик. Я вам даже сейчас раскрою, покажу. Вот видите, вот такой упакованный, каждый кусочек в такой упаковочке. И вот так я на двери холодильника у меня лежит. И когда я делаю сэндвич, я достаю. Так что вот это нарезанные грибочки. Так, презервативы Durex, 52 штуки. Они стоили $17? $17. Ну, кто интересуется, это, в общем-то, достаточно выгодная цена. И для Идошки Костя купил книжку, такая толстенькая, как же он пошел с ним, с Коластиком. Вот, 9,99, она стоила 20, это сейчас такая скидочка. Поэтому вот кому интересно, книжки тоже есть хороший выбор. Не всегда там достаточно такие цены. Можно книжки и подороже купить, и подешевле. Но обычно считается, что там выгодный дел у вас будет всегда. И есть еще кое-что, но оно в гараже. И идемте посмотрим. Теперь мы спустились вниз. Костя, сегодня у нас есть уже один огнетушитель. В своем доме здесь обязательно нужно как бы иметь огнетушитель. Это то, что называется... Not by law, да, нигде не прописано, ты обязан огнетушитель, но для своей личной безопасности и, как сказать, для дети в доме, и тут дома такие, что горят, знаете, как спичечный коробок, желательно иметь вообще на каждом этаже. У нас один уже есть небольшой, ну вот я Косте еще раз сказала, еще один купить. И здесь немножечко такое ужасное освещение, ice salt. Это сколько здесь? 40 паундов, по-моему. Да, 20 килограмм, 44 паунда. Здесь просто наоборот. $5 стоило. Это очень хороший дело. Вот у нас есть такое с прошлого года. Он стоил $2. Здесь, по-моему, сколько там? 10 килограмм. А здесь 20 килограмм, $5. Вот. Так что это посыпать свой драйвей, посыпать ступеньки, чтобы снег таял, чтобы не образовывался лед и было безопасно ходить. Это обязательная покупка в каждом доме. Сейчас вот вы увидите, как я работаю с мясом. Я отдельно, мне не нужен фарш свиной и говяжий. Иногда, если, допустим, я знаю, что придут гости, я беру говяжий фарш и я делаю с ним, вы знаете, котлеты, амбургеры. Я вам показывала уже, как я это делаю. В данном случае просто мне нужно взять сейчас два этих фарша и смешать их, вымешать. И как, после того, как я вымешиваю вот эти вот в совокупности, скажем, 6 килограмм, и тут 3, и тут 3, после того, как я их вымешаю здесь, это такая огромная у меня, на самом деле не видно, но это такая огромная салатница, я в ней вымешаю это все без приправ, без ничего, просто потом разделю на пакеты, разложу, и можно будет использовать для пельменей, для котлет, для какого-то там, я не знаю, по-флотски, с раз каких-нибудь таких вот, и так далее, и так далее.
что это были покупки в Costco. Надеюсь, вам было интересно. Помогло вам это. И если есть вопросы, пожалуйста, с удовольствием отвечу. Пока!